Ого, какие люди! 936. Чел, которого я очень много раз сносил. Хотя даже в истории наказаний ничего нету. Ну вот, видите, ДМщик, я прям даже не сомневался. На самом деле, я реально столько раз его уже встречал в игре, он то оскорблял админов, то что-то еще, короче. Вот, пытается стрелять по игрокам. Я не удивлюсь, если он сейчас будет ДМить, а он гражданский, если что. Его выстрел это ДМ. А если он будет ДМить, я его посажу, он начнет потом выеживаться в репорт, типа, а, опять ты за мной следишь, короче... 936-300, ДМ. Не устал ли он еще заниматься такой херней? Взглянул на часы. Бля, я на притоне был. Ага, будучи гражданским. Ты на приколе? Угу. Какой ДМ? Ну да, опять свои правила придумывают. Так, ну пожалуй, всеми нами знакомый уже персонаж. Тоже опять кого-то слил. Постоянно появляется в игре. Творит какую-то дичь непонятную. Чел в чате от адвокатов пишет. А, ну, в общем-то, прочитайте, не буду это зачитывать. Но, видимо, ему очень весело. Блин, я бы зашел за ним в спек, но я, скорее всего, это и сделал. Но мне интересно, этот чел будет кого-то ДМить? Нихера он носится? Типа играет с мобилки, а бежит так, как будто, блядь, я не знаю, серфер какой-то. Мне кажется ли, этот чел только что тыкашил своего? 804-й. Ну да, они теперь начинают перестреливаться. Короче, он его начал по тачке стрелять, и она задымилась. Галкин сквад! Ну да, он пытается по нему активно попадать, но... Правда, у него это не получается. Нихера себе. Прилетели там ребята. Аж снесли всех. А это что такое? А, тут ЗЗ добавили, серьезно? Неужели? Вот этому, кстати, я рад. Если тут реально ЗЗ... то это круто. Так, а вот тот самый чел. Его, кстати, кто-то слил. Который писал в чат херню про меня. Ну, пусть пока помолчит, но в следующий раз, пожалуй, можно банить будет. Что-то в чате челики обсуждали. Что-то не знаю, что они обсуждали. И этот вот 500-й айдишник пишет. Как у твоей мами лежу и сосухую. Что? Но он два раза это написал, кстати, вот. Да, кринжовый чел, конечно. Ладно, я уж подумал, что он хочет ковшом всех снести. Тут типы просто сверху падают. Так, я тут слежу за типами на притоне, и вот этот фастит. Ну, это было видно, что он фастил. Как-то у него это странно получается, но я вижу, что он фастит, короче. А типы стреляют РП-стрельбой. Короче, ладно, посажу его. Блин, этот чел все-таки кого-то слил. Как он это сделал здесь? Здесь же ЗЗ, или нет ЗЗ? Я так и не выкупил, кстати. О, ну понятно, короче. Чё-то он разбушевался. Это прям странно, то, что он по всем подряд херачит. Да, вот он опять стреляет. Ну это супер странно на самом деле. Но за ним следят, короче. Ладно, я посажу его на 300 минут. Но в принципе, можно было даже и забанить бы за массовый ДМ. Нихуя себе! Теперь ему на лицо ссут. Понял? Тут почему-то люди умирают на респе. Не, ну это-то понятно, что стреляет, но там еще мистер Человек-паук что-то делает. Шо? Ну вот, 715-й уже за СК точно отлетит. Как бы. Но Спайдермен тут тоже что-то лето мутил. Веселое. Мне вот интересно, как он едет. Со спущенным колесом. Не, в смысле, я понимаю, что ездить можно. Просто, насколько я знаю, когда колесо спущено, то ты, типа, ну, виляешь там из стороны в сторону как-то, знаете. Интересно. Просто есть такие читы, которые позволяют ездить со спущенными колесами так же, как с нормальными. Так, 667, говорят, читер, ходит сквозь стены. Так, ящик взял, прыгнул, потерял ящик. Что, первый раз здесь, что ли? А, вот так вот, да? Слушай, ну прикольно. Ну ты вообще крас... Чё будешь делать-то? Хуя ты летунья. А, это или это мужик, я не знаю. Короче, ладно. Забаним пока за читы на 10 дней. Шановичок. Но там в чате, блин, наверное, я уже пропустил. Кто-то еще писал на читы. 293, говорят, чит. Не знаю, что там за чит. Чел с мобайла тэпается, это нормально. Они также на авто... А, нет, погоди.
Стоп, что? Погоди, бля! Что произошло-то? Так это, скорее всего, какой-то бот. Я хотел сказать, чел с мобайла играет и типа... Для них нормально тэпаться, по чуть-чуть. Но чтобы вот так... Секундочку, так, получается, он находится у нас здесь... Сан-Фьеро. Так, погоди, я не понимаю, он тэпается и... Он едет как бы вот туда, но едет в обратную сторону. Вы понимаете прикол? Это как? Честно, даже не знаю, банить ли его. Давайте, знаете, как сделаем? Гото. 2, 9, 3. Я Блять, он уже вышел. Серьезно? А, нет, все. Давайте с ним прокатимся. Куда ты? Да в смысле, блин? Мне за ним не успеть даже. О, Ку, ты почему тэпаешься? ХЗ. Бота юзаешь? Такие открытые вопросы на самом деле. Странно, конечно, что я их задаю. Нет. Ну ладно, просто тебя телепортируют. Я с планшета играю. Хорошо. Ну вот, опять полетел друг. Ну, скорее всего, это мобайл. Прикол такой. Но это странно, честно. Так, ладно, идем дальше. Тут какой-то ген на YouTube. Что? Значит, слил двух. Рифовца и Грувовца. Ты стример? Да не. Вот, и... Возможно, очередной ДМщик. Как вы знаете, у меня упор идет на ДМщиков и нарушителей, потому что от них больше всяких реакций, нежели от читеров, которые так зашли, почитерили и ушли. Но наказание у него только одно. И как раз таки за ДМ. Отлетал он 3 декабря. Вчера, получается. А, нет, 3 дня назад. Нормально я поспал. Так, здесь, я так понимаю, слет дома. Стоят челики, караулят. У кого-то уже ганы. Готовы. Достал пистолет из кобуры. Оп. Шо, кто чё купил? Никто ничего не купил. Главное, чтоб не дэмили. Что-то они все в дом заходят. Они пытаются купить его так, что ли, или чё? Там говорят, что в ТЦР читак. СХ, сбивы, дамагер, чекните, следите на Джон. Чё? Ладно, 570, что ты там увидел? Ты бы хоть айдишник сказал. А где? Я вижу там 284, он там кого-то мутузит. А, ну это этот. Охранник. Честно, я даже не знаю, где тут какой-то нарушитель есть. Может 372? Хера ты несешься-то, друг? Погоди-ка. А что за скорость-то? Опаздываешь куда-то, что ли? Ну это как бы этот... По нему аж попасть не успевают просто. О, его заспавнили. Но он обратно бежит очень быстро. Скорее всего, его сейчас забанят просто. Потому что такая скорость, она неприемлема для этих самых... Для обычных игроков. Он реально несется как сумасшедший. Такое ощущение, что чел на B2 просто носится. Ну, с таким лицом, да. Точно куда-то торопится, блядь. Так, тут какой-то борзый пончик только что Вагаса на респе на своей же слил. Все. Крутой. Он это сделал еще и с мобилки. Не, ну неплохо так-то. Но я надеюсь, что это был не ДМ. Конечно, мои надежды тщетны, но... Мало ли вдруг. Опять с мобайла. А, не. Что это ты делаешь? По таксисту решил пострелять, да, друг? А ты еще и не один. Я смотрю, ты фастишь по нему. Ну да. Ну это типа чисто ДМщик обычный. На кулак чепуха. Ебучая залупа. Из-за тебя штраф. Понятно, понятно. Так, говорят 684 ДМ в ЗЗ. Так, ну как бы... Да тут все кулаками бьют. Тут просто какой-то врач, видимо, очередь создал. Вокруг него все столпились, а он не может вылечить. Тут, ну реально, народу очень много просит его вылечить, а он вообще где? А вот. Но он убегает просто от них. Классный врач. За ним просто толпа бежит, бля. Голова болит. По нему уже аж стреляют. Так, опять жалуются на ДМ, но уже на 262. Ну, его в килл-листе даже нет. Не знаю даже, кого он тут задемил и как. Чел просто катается на машине. Ну, давайте чекнем следующего, 767. Тоже говорят... О, а вот здесь уже интересно. Короче, типы катаются на гелике. Скорее всего, для того, чтобы пострелять по всем подряд, да? Ну да, вот он там долбит по игроку. А этот ковшом его пытается задебэшить, я так понимаю. О! Ему поджопник дали. Короче, тут надо всех троих сажать, я так понимаю. Потому что просто катаются, просто стреляют. Ну все, я всех троих посадил. За их стрельбу веселую. Да, посук! Так, а тут у нас еще один скороход. Ой, ебать, он летает.
Ну все. Улетел. Ты сын шалавы. Ай-яй-яй-яй-яй. Нюхай бебру. Да-да-да. Братишка. Пришлось забанить типа за такие высказывания. Ну, кстати, я заметил, что Деморган — это часто такое место, где больше всего появляется неадекватов, которые оскорбляют родителей, упоминают их и так далее, и так далее. О, говорят, 2.5.1 чит и оск родных. О, да я не сомневаюсь даже, я только вчера его сажал. Ну, для вас это было в начале видоса, бля, он вышел. Мне кажется, он со спидхаком играет. Он сейчас так жестко повернул там, что даже странно. Ну да, вот он, видите, он как-то так разгоняется прям жестко в такие моменты. И кажется, что у него спидхак. Потому что тачка арендованная, он на ней нет ни ТТ, ничего, и он не может так, типа, лететь моментально из таких моментов. А, даже вот так вот, да? Блин, читы с прыжками на машине были актуальны в году 2010-м, там, я не знаю. Вот, но ему, видимо, на это как бы наплевать. Еще и 39-й левел, кстати. Но челу, скорее всего, просто похер на эту игру. Давайте побазарим с ним, что ли. Как там с читами? Здорово. Ну, здорово. Шо? Он дурак, что ли? Можешь повторить. Как там с читами, говорю? Та 100 баксов жалко. И подрубил флайкар. Ну, понятно тогда. ПЖ. Мало можно. Блин, его столько раз наказывали. На самом деле, он оскорблял админов, дэмил, короче, творил лютейшую дичь. Сейчас еще там недавно угрожал. Можно скрин, ага, да-да-да, на меня еще выебывал, сейчас скрин просит. Вот это пиздец, переобулся, чел. Короче, подумай над поведением, сори, но на уступки тебе точно не пойду. Если б я его первый раз заметил в игре, то тогда окей, базару ноль. Но, типа, вот когда сейчас он в очередной раз творит херню, ну... Пускай подумает, потому что это уже бред. Так, вот что я заметил. Чел только что слил баласа на респе. А, да? Давай ты сейчас еще внутрь зайдешь. Ну ладно, хоть не рискнул. Не знаю, честно, чем он занимается вообще. Сука, кто? Да вот этот вот, весельчак. Мне нравится его описание. Цель. Пойти нахуй. Ок. Но я сейчас за ним подольше послежу, посмотрю, что он будет делать. Ну вот он вышел, попытался пострелять по своему, но, слава богу, не попал. Но замашки у типа есть, замашки ДМщика. Так, там говорят, 26 рещи, следите. Ну, чел просто едет, как бы таранит там, может. О, понятно. Но 287 точно стоит посадить. Но еще и водитель стреляет, кстати. Вот что я заметил. Да? Да. Короче, этому можно за ТК варн просто выдать. Короче, того сажаю, а этому варн. Пусть подумает над своим поведением. А здесь, блядь, пропустил. Короче, чел. Уже просто в киллисте не раз появляется. Что за бред? Ноль. Ну, это да, классическая фраза, когда кого-то сливаешь. Потому что больше нечего сказать. Да, по они сами доебались. Ну ты в киллисте просто, бля, уже не первый раз появляешься, я сомневаюсь. Опять у нас магическим образом... Ага. Опять у нас, короче, магическим образом, блядь, 0 хп на авто. Как бы где чел. Понятно. Это ты кашет, кстати. Ну да, вот видно, что он стреляет по своему... А, еще и по-другому. Короче, ладно, посажу его туда просто. Все, пошел. Ну вот ты говоришь, что до тебя доебываются, но ты сам хуяришь. Не, это пиздеж. Я по-другому никак не могу это аргументировать. Как сказать-то, ёпта. Короче, пускай подумает. Тоже тип кого-то из своих убил из рифы и в статусе у него. Не люблю быть в Деморгане. Это типа намек на то, чтобы тебе просто варн выдавали или что? Ну ладно. Так, а это шо? А, ну это разводят всякие свои штуки-дрюки. О, кажется, у нас тут будет сейчас взаимострельба по друг другу или что? Просто по киллисту он первый его убил. А тот вышел, начинает. А еще пишет, помогите ТК, и сам же стреляет. Ну это супер странно. Но чел пока не байтится, просто убегает от него. Хотя, вот он уже стреляет по нему. А, ну этот чел тоже написал на 560-го, что он ТКшит. И сам же ТКшит. Да в смысле?
Ну вот, они по друг другу палят просто ради веселья. Еще и тот подключился, 608-й. Но и он его и слил, в принципе. А, нет, точнее, 808-й. Короче, тому я варн выдам. А этих двух тогда, раз уж они друг друга так и не убили, я просто посажу. С посыдапо. Да не за что, конечно, но вы тоже оба стреляли друг по другу. Знаете, что мне кажется? Что это какие-то софты. Смотрите, как он ездит. Что это за прикол? Вот вроде так нормально, а потом какие-то такие телепорты. И это при том, что пинг у него 86. Ну, это странно. Реально странно. Так, тут какая-то херня происходит. Вообще не выкупаю. Но типы стреляются друг с другом просто. Как-то он странно передвигает. Что? Пинг 109. Ну, я чувствую, он, походу... Хотя у него осталось 4 хп. В кого ты стреляешь-то, друг? Ты не попадешь отсюда, блин. Там что-то это, знаете, кто разбушевался? 8-3-8. Что-то килл за киллом. А, ну тут у них опять вот эти вот все стычки. Я ноль! Чел сдох и написал об этом. Мне кажется, тебе не стоило туда приезжать просто. Чел пишет в репорт. Наши воюют на порту, а мы с полковником танцуем. Реально? Там чисто на другом берегу война. Обычный миллионер. Пойду помогать им. А чё не потанцуешь ты, друг? Оставил генерала. Или кто там? Танцевать одного. Я надеюсь, ты не собираешься стрелять по нему. Взглянул на часы. Вот это уже опасно. Добрый день. Что делаем? Взглянул на часы. О, по нему уже вояк стреляет. А я не понял, он что, прям в бою, что ли, надел этот армор-то? Ну, такое. Такое. Ты еблан? Сука ебаная залупня. Так, сказали 349 ТК, и он только-только слил типа. Я не успел это увидеть, но вот теперь вижу. Ну, блин, друг, 5-й левел. Что-то ты ерундой стреляешь. Страдаешь. Да ты что, по всем стоишь, что ли? А, ну понятно, до 120. Админ, спокойся. Буду бить. Что это за бомжганг? Чел на 4-м левеле с эмкой кого-то слил. Опять? Обосаныш. Так. Ну тут нон-РП анимка была у типа. Я его пока посажу, конечно. Вот, там говорят 4-3-3. Я его ударил дубинкой, а он скользит. О-о-о. Да. Челику-то весело. Играть со сбивом. Что за танцы? Ну вот на него написали репорт, что он дэмит якобы. Но... Что-то мне подсказывает, что он это... И правда дэмщик-то. Ёпты. Ну и полетел на 2 часа от другого админа. Челик тут всех сносит. Опять в ТСРе. Опача. Опять они за мясо дерутся. Говорят, что 7-3-1 оскорбление родных. Дед Домовский. Ну все, посадили мальчугана. Мать ебал. Ну понятно, короче. Долбоеб. Придется еще одного Трампа, точнее из Фомы Трампов, сносить. Да, пони, следи за Трампами. Сразу написали после того, как я забанил одного из них. Так, тут, короче, чел только что слил одного на респе грув, теперь за ним бегут. Что это такое? Понятно. Ну, придется снести его тогда. Ну, 814 тоже херачил. Кто убил? Ну, да. Так, 732 говорит в репорт. Тут читер. А, и тебя уже нету в игре. Понятно. Видимо, читер сделал свое дело. Такое ощущение, что 68-й и этот хотят пострадать херней. Тут, короче, челики, когда я за ними захожу в спек, пишут, что знают о том, что я за ними слежу. И, скорее всего, они чекают меня через Фому. Появился новый баг, нужно будет самому потом все это прочекать. И слить разрабам этот баг на чек, иначе это пиздец. Ну, короче, я понял, спасибо за наводочку. Вон они даже пишут, да, по нам тайфизы скинули секретный чекер. Да, короче, я понял, что он через Фому работает. Скорее всего. Опять он кого-то слил. Ноль. Челик только пришел, его снова сливают. Овощ! Блин. Что-то ему вообще не везет. Так, а знаете, что я еще заметил? 649, за ним, конечно, уже ушли в спек, но чел только что ты кашел. Нифига чел разогнался, кстати, моментально причем. Интересно, интересно. Ну вот он пишет даже в чат, типа, да, почему не следишь ни за кем, хотя я слежу за типом.
Ну-ка, чекнем его сейчас. 765. Ну да. Они чекают через Фому, короче говоря. Так, 5-2-1, говорят, чит. Но он, короче, разнес четверых аж. Нихера себе, я только что пропустил, как чел на респе разнес типов. Ну и вот ему в ответку дают, короче. Только не заходи. Ну ладно. Ну вот, я зашел за, за типом в спек, вот его Фома, и он пишет, типа, да, пони, следи за бич Фам Фрикьюн. Но он видит то, что я за ними слежу. Короче говоря, у челика чекер, да, и он вроде как об этом писал. Вот смотрите, сейчас за ним зайду в спек, они наверняка напишут, что я за ними снова в спеке, да? Ну вот он в чат пишет, да, по М. Нихера себе. Челик разнес нормально так. Аж с плюс С. Ну тут только варн, конечно, хотя я чекну сейчас его наказание. 3-9-9. А, ДБ, СК, Д... Ну, короче, понятно. Тут можно смело варн выдавать даже. Не задумываться особо. Опять Спайдермен страдает херней. Только сегодня его варнил. Ну вот, я только зашел за ним, они пишут, типа, вот, хватит следить за бичами из ДВЕК, 92-й. Он просто видит то, что я, слежу за типами. Я, короче, да, забанил его пока что. Посмотрим, что из этого выйдет. Но, ну, я фрапс-то прикреплю на форум, но надо будет чекать. Так, походу, сейчас челик мне может слить способ, как работает. 897. Короче, кидаешь альянс тебе и пишет, в какой ты Фоме. А как альянс кинуть? Что-то я не знаю. И типа мы писали в ВР. Так-то я предложил, короче, 5000 АЗ тому, кто сольет мне способ чекера. Вот, и если он сейчас сольет его, то я выдам ему 5000 АЗ. В общем-то, ребят, слили мне все-таки способ, как чекать админа в спеке. Не совсем такой удобный способ, но в принципе рабочий. Я, если что, уже сообщил разрабу, так что в ближайшее время все будет пофикшено. Я такую штуку не особо одобряю. Но, опять-таки, друзья, напоминаю всем вам о том, что если что, вдруг вы хотите попасть ко мне в видео или в мою полностью прокачанную семью, то имейте в виду, что прежде чем идти играть ко мне на Arizona Saint Rose, помните о том, что для вас здесь есть очень крупный и классный бонус. Смотрите, если вы укажете мой ник при регистрации вот так и всего лишь на 5-м уровне промокод хэштег DAPO, то за эти два простых действия вы получите больше миллиона вирт на руки. Эти деньги вам очень пригодятся на начальном этапе игры. Так что, если что, скорее заходите и играйте вместе со мной. Я уже в игре, и каждого из вас с огромной радостью жду. Ну а в прошлом ролике побеждает вот этот вот игрок. Напиши мне, пожалуйста, в инстаграме, ссылочка будет в описании. А сегодня, как обычно, мы разыгрываем снова 5000 АЗ монет. Чтобы их выиграть, вам нужно просто быть подписанным на мой канал, поставить лайк на этот ролик и в комментариях оставить свой ник на Arizona Saint Rose. Аккаунт может быть абсолютно любой, даже с самым первым уровнем. Вы можете хоть сейчас зайти на сервер, зарегистрировать аккаунт и уже участвовать. Так что я всем желаю удачи в конкурсе. Ну а с вами был, как всегда, Дапо. Спасибо всем за просмотр. Увидимся в следующем видео.